Где она? Где она? Скажи, прошу, где Юля? Юля. Пробили геолокацию телефона Ольги. Последний раз она отправляла смс с автовокзала. Подожди. Мы туда уже едем. Подожди, я тоже сейчас приеду. Подожди меня. Владимир, я могу вам помочь. Здорово. Здорово. Ну чё ж? Я говорю, женщину эту, которую мне фото показывали, я видел. Так? Я ее запомнил, потому что она скандал мне закатила в автобусе. Короче, короче. Вчера вечером она с девочкой на последнем моем рейсе ехала. Девочка, вот это? Да, кажется, с ней. Где они вышли, запомнили? На остановке пансионат Ярославец. Она там все время заходит и выходит. Поехали туда. Я уж ее запомнил. Спасибо. Спасибо. Ну, что думаешь? Не знаю, что думаю. Так, Щербакова, видишь? Или не хочу, чтобы он с нами мотался? И давай догоняй. Хорошо. Так, вот эта синяя машина, этого человека задержи. Володь. Гражданин, стойте! Старший сержант Климов, ваши документы. Городская полиция. Скажите, вот эта женщина останавливалась у вас вчера? Она еще с девочкой была. Вчера вечером, правда, какая-то женщина с девочкой. У нас остановились, но у меня плохая память на лица. А где они живут? Домик номер 3. Это по этой дороге прямо, потом налево. Спасибо, пошли. Спасибо. Вы здесь живете? Ну да, что случилось? Да нет, ничего. А вы одна здесь живете? Здрасте. Вы что-то хотели? Нет. Я ошибся просто. Ну что ты? Ничего. Это я опять. Какие-то населенные пункты здесь рядом есть еще? Тут рядом есть деревня Елатина. Это если идти вот прямо от нас через лес, то минут через 10 дойдете. Да, понял. Да, это я. Володь, это Серега. Да, Серега. Тут есть одна новость, но это еще не точно. Да говори, что случилось. Звонили из Остапинского РУВД. Тебя искали. Да не тяни ты. Кажется, с Юлей что-то случилось. Тебя сейчас там ждут, возле Тосненского моста. Где это? Это в деревне Елатьма. Володь! Володь! Ёлки.
Майор Ужгородский, это Тосненький мост? Да. Извините, простите. Что случилось? Так, мужчина, не мешайте работать, а? Майор Ужгородский, здесь девочка, дочка моя, я должен знать. Я не знал, мои соболезнования. Какие соболезнования? Что случилось? Да, боюсь, что ваша дочка упала с моста. Поиск лес уже 2 часа, но шансы, конечно, есть, но вот все, что пока удалось найти. Черт. Как вы искали? Да, все уехали. Обыскали все дно, на километр вперед. Какое дно? Юля! Юля! Когда совсем хреново было. Ну, бухал каждый день. И работал там. Черт знает где. И вот один раз с вечера так дал. В общем, утром глаза продрать не мог. И Анька ко мне подойти боялась. И вдруг я чувствую, кто-то целует меня. Нежно так, типа ангел, да? Глаза открываю, маленькая стоит. И смотрит. И вас, глядя, ничего нет. Ни осуждения, ни обиды. Только любовь. Как я мог выбирать, ты или она? Я вообще не понимаю, как я мог повестись на всю эту чушь. Каким идиотом надо быть? А я есть идиот. Прости меня. Пожалуйста. Thank you.
Саша. Простите, пожалуйста. Это очень важно. У меня ребенок пропал, девочка. Не видел? Не видел? Нет. Нет, не видели? А, у меня дочка пропала, ребенок. 27 числа, не видели? Здесь маленькая девочка такая. Простите, я не местная. Пойдем, поешь немного. Мы уже так давно здесь. Пойдем, тебе нужно отдохнуть. Анечка, пойдем. Ну. Ты прекрасно держишься. Ань. Мы с тобой столько листовок наклеили за эти дни, от Ярославля до Елатьмы. Надо продолжать искать, и мы ее обязательно найдем. Прости, Ань, но я за Юляшку жизнь отдам. И жизнь отдам, чтобы ты меня простила. Оля, ну ты-то... Я одна во всем виновата. Одна я. Ну не надо так, Аня. Слушай, мне еще к маме нужно сегодня заехать. А там автобусы редко ходят. Я пойду? Давай. Дальше я сама. Спасибо. Волнуйтесь, гражданин один с тобой поговорить рвется. Давай. Здрасте. Пошел вон отсюда. Послушайте, мне минута. Нужна только минута. Одна. Ну? Послушайте, я понимаю, как вам тяжело. Я понимаю, что вам не интересно, как мне тяжело. Это справедливо. Но согласитесь, я долго вас не тревожил. Я рассчитывал, надеялся, что... Ну, в общем, я хочу знать подробности пропажи Юли. Я могу вам помочь. Я же помог. Это вообще все из-за тебя. Слушайте. Пошел вон отсюда. Я все сказал. Привет. Как ты? Ничего, нормально. Суд скоро. Мама знает? Нет. Она все так же думает, что ты по экономическому преступлению. Леш, сколько бы тебе ни дали, я буду тебя ждать. Не надо. Почему? Я ведь не одна буду тебя ждать. А ты обор сделай. И не жди. Послушайте меня. Уделите минутку. Ты что, приперся? Я тоже люблю Юлю. Я хочу помочь ей найти. Расскажите, как она пропала. Иди отсюда. Я сейчас милицию вызову. Ты понял? Сволочь, из-за тебя все это произошло. Послушайте, я вас понимаю, но я могу помочь, реально? Помочь? Чем помочь? Чем ты можешь помочь? Иди отсюда, козел! Где? Шел вон отсюда. Я... Вы знаете, я могу искать. Я могу ждать.
Заткнись. А вы что, рисуете, да? Заткнись, сказала. Не нужна мне твоя помощь, понял? Яичница, что ли? Горит в тебя. Конечно. О, Господи. Подгорело там. В общем, пока информации нет никакой новой. Как только что будет, я, естественно, позвоню сразу. Вот. Просто официально. Официально. Что? Ну, поиски вчера прекратили, но официально. Как это? Это ну, почему? Месяц прошел просто. И что? Месяц. Мы же ее не нашли пока. Да, да, да. Володь. Она жива. Володь. Она жива, я это чувствую. Чувствую. Мы должны ее найти. Да, да, да. Очень хочу помочь в поиске, но я не знаю, обстоятельства пришит до сих пор. Мне ничего не сказали, и никто не говорит ничего. Не хочешь зайти? Нет, сиди здесь. Кашу принесла. Жри давай. А можно я не буду? Я тебе дам не буду. Ишь ты. Давай жри быстрее. Что я с тобой тут волындаться буду? Я не могу. Если не можешь, значит, больше ничего не получишь. Ишь ты, привезли.
случаю. Я не знаю, как это объяснить, но вот это такое чувство, которое ни с чем не сравнишь. Я знаю, что она жива. Просто мне никто не верит. Мне кто-то говорит, что его унесло течением, а кто-то говорит, что ей могло припить к берегу, и она потеряла память. В общем, ну, много всего. И потом кто-то... В общем, сегодня поиски прекратились. Я все... Голоса не слышу, я... Ту походку ее. Ты голодный, наверное, да? Нет, я ничего. А у меня все равно ничего нет. Ну, только вот эти старые конфеты. Муж думает, что я сумасшедшая, а не сумасшедшая. Я просто... Тебе надо поспать просто. Ты устала, вот и все. Поспать, а ты на такси. Да. Все хорошо, все хорошо. Спи. Все хорошо. Спи. Я с Олей могу поговорить? Ну, кто такой? Ее знакомый. Да знаю я, кто ты такой. Ольга меня предупредила. А что она сказала? Да что ты ходишь? Что ты вынюхиваешь? А ну пошел вон отсюда, иди! Иди!
Ишь ты! Можно мне зайти? Ну что ты забивать? У меня послезавтра получка. Я тебе сразу все принесу. Мне подлечиться надо. Дай 50 рублей. Федя, ты меня достал. Хватит ныть, я сказала. Не дам я тебе в долг больше, понял? Я вас слушаю. Минералочки какой-нибудь дайте, пожалуйста. Если можно, холоднее. Сэр. Прошу прощения, что я к вам обращаюсь. Просто здесь больше некому обратиться. Не приставай к людям. Извини. Прошу вас, сэр, субсидируйте мне 50 рублей просто так. Потому что я надеюсь на ваше великодушие, взаимопонимание и мужскую солидарность. 38 сэр. Рублей. Еще пару бутылок водки дайте, пожалуйста. Выпьешь со мной? Ах, как же, конечно. Почему не выпить приличным человеком? Где пить будем? Пойдем ко мне, у меня и закуска есть. Есть новости про Юлю? Мам, я давно хотела тебя спросить, но как-то не решалась. Ты думала тогда сделать аборт? Да. А почему ты не сделала? Это ведь могло бы быть выходом из той ситуации. Из какой ситуации, Боря? Все эти ситуации, они меркнут. Перед этим чудом, счастьем обладания ребенком. Может, ты, конечно, о том, что сейчас мне было бы легче, но, знаешь, я ни о чем не жалею. Все эти годы, что Юля была, я была абсолютно счастлива. Я не выкинула бы ни одной секунды своих воспоминаний о Юле. Я за каждую секунду с ней я благодарна. Благодарна. Но есть ситуации, в которых аборт нужен. Да, что это за ситуации, Варя? Леша сказал, что ребенок ему не нужен. И чтобы я его не ждала. Леша сказал, боже, какой бред, даже говорить не хочу. Ты ко мне пришла что, посоветоваться, чтобы я тебе сказала, нужен аборт или не нужен? Да. Не нужно делать аборт, Варя. Тебе сейчас больно, обидно, что тебя бросили. Ты одна. Ты сама подумай, Варя. Вот родится ребеночек, и ты уже будешь не одна. Уже навсегда не одна. Вот и все. А я буду тебя поддерживать. Мам, прости меня, пожалуйста, за все. Спасибо тебе. О, иди. Эй, иди сюда, иди. Ты вот здесь садись, я сейчас закусь принесу. Ну,
Давай, за знакомство. Чего орешь-то, а? Ты звонила, сказала, что приходил кто-то. Ну, приходил. Муж, видимо. Муж? Ну, вероятно. Ты же говорила, что он вас с Юлей преследовал. Хотел с тобой поговорить. Я его прогнала. Прогнала? А когда это было? Да где-то час, наверное. Тихо, это ненадолго, Юля. Нет, я вновь зайти. Если ты не будешь слушаться, то мама тебя не заберет. Забей его! Не заберет! Зачем ей такой капризный ребенок? Она просто купит себе нового. Ты что делаешь? Пожалуйста. Тихо. Если ты будешь капризничать, я сорву розги и выпарю тебя по голой попе. Поняла? Все. Давай. Тихо. Ну, что тебе еще рассказать, а? Во! Как я служил, хочешь? Подожди, а что знакомка? Любимая, что ли? Оля, это тутошная, ну, деревенская. Правда, она больше сейчас в Ярославле, а сюда вот к мачехе приезжает, Бадзине. Так она что, ей не мать? А вы что, знакомы, что ли? Ну, так, немножко. Мы мелкие были. Ну, я с дуру-то Ольгу-то и влюбился. Походили так немножко. А лучший мой друг Костик, парень был, ну, симпатичнее, чем я. Он-то у меня Ольгу-то и отбил. Да. Почему был? Умер, что ли? А? Умер, что ли, говорю? Ну да. Баба Зина, мать Кости. То есть он ей родной. А Ольга приемная. Ну вот они и сошли, понимаешь? И Ольга как-то так быстро от Костика залетела. Вот. А как баба Зина-то это узнала об этом, сказала, что если еще раз она их вместе увидит, то Костик отправит в Москву к тетке. Да, вот. Ну, вот тогда они и решили яду принять. Как Ромео и Джульетта? Чего? Ничего. Давай, держи. Ну, Ольга-то беременная была. Так вот, она в самый последний момент и испугалась. Ну, там, ребенка убивать, понимаете? А Костик-то яд выпил, а она не стала. И Костика не спасли. Да, понимаешь, ну, дураки ведь, а? Вон, времянка там есть, понимаешь? С глаз не видно, понимаешь? Туда вообще никто не ходит. Скучно там. Ну почему там не встречаться, а? Подожди. Что за времянка? Да говорю тебе же, на окраине деревни времянка. Они там яд и приняли. Баба Зина потом Ольгу чуть не убила. Ага. Заставила аборт делать. Сделала, дура. Теперь детей иметь не можно. Кажется. А вот сейчас приезжает к бабке Зинке, помогает. Там совесть мучает там, что ли, или еще что-то. Я не знаю. Времянку покажешь? А тебе зачем? Ну так, интересно.
думал, поймал меня. Ань, ты чего? Мне ММС пришло от Щербакова с Юленьким рисунком. Это Юленька рисовала. Я это знаю точно. Юленька. Подожди, ты звонила ему? Да, он недоступен. Подожди. Геолокация еще. Елатьма? Там мать Ольги живет. Поедем туда. Пожалуйста. Я тебя очень прошу, поедем. Поедем. Поехали. Да не спится. Ну чё ты тут всё колобродишь-то? Ты посмотри на себя-то. На кого ты похожа, посмотри, а? Ой, кровь смывает, ой, вся как безумная. Я мужа убила. Он хотел мою дочку забрать. Если ты сейчас же не заткнешься, я и тебя убью. Ты поняла? И яму к нему скину. Мы сейчас ляжем спать, как будто ничего не произошло. К нам сейчас могут приехать люди. Они будут спрашивать про Юлю. И если ты хоть одно слово про нее скажешь, я тебя убью. Ты поняла? Спокойной ночи, мама. Сделано она в этой деревне. По геотеку даже ясно, где конкретно.
Или ты сейчас же сознаешься, где прячешь Юры, и я тогда обещаю тебе статью помягче, или... Ну, прошу вас, ну, поверьте мне, у меня нет Юли, я не знаю, вы что-то спутали, я понимаю, Володя, в это трудно поверить, что ее больше нет, но у меня правда... Что? Простите... Так, а ну пошли на это место! Я... Пошли, я сказал! Я не знаю, куда идти! Я тебе напомню! Ну, простите, я понимаю, Володя! Вот здесь! Yeah.
Леша, это тебе от Владимира. Снятие судимости. Это от меня. Обязательно куплю. А, смотрите, что у меня есть. Держи. Спасибо, вот тебе мороженое. Куда пойдем? Куда скажешь? Хочу к папе. А может? Может, ты тогда завтра созвонимся? Ну, по поводу нее. Я говорю, может, мама с собой возьмет? Да! Ну, наверное, надо спросить, хочет она или нет. Хочет, хочет!